Всем привет, мои хорошие, с вами Аки Эмили, и сегодня мы с вами будем кушать вкуснейшие роллы от Japan's Garden Sushi, как всегда. Здесь у нас с вами Филадельфия, Калифорния, шапочка, здесь у нас креветочки в темпуре, посмотрите, какая прелесть. И здесь еще соус к ним, вот такой вот кисло-сладкий, ну как всегда, это стандартный, здесь у нас соевый соус, вот имбирь. Немножко здесь, немножко здесь. И вот последняя лапша. Я просто не знала, куда деть, потому что не помещалось все это. Я решила вот в такую вот вазу. Очень вкусная лапша. Обалденная лапша. И давайте приступим. Где мои палочки? Хрясь. Я очень люблю доставку Japan's Garden Sushi, потому что у них все идеально. У них не бывает, знаете, каких-то нюансов, не знаю, проблем, всегда вовремя, вкусные, свежие. Просто вау, бомба. Даже не знаю, откуда начать. Филадельфия просто огромная рыбка, бомба. В общем, ребята, специально для вас мы делаем промокод. По промокоду Айка Эмили вы можете этот сет с этой лапшой, с суши-бургерами, все вместе получить за 34 маната. И плюс бесплатная доставка. Но бесплатная доставка по Баку. Если вы живете на окраине Баку, например, в Хавсане или в Мердакяне, естественно, там уже платно. Но тоже с огромной скидкой, так что заказывайте, потому что эта акция существует всего месяц. После того, как пройдет ровно месяц, автоматически эта акция аннулируется, и вы уже не сможете заказать. Такая вот лапша в других местах везде стоит минимум 8 манат. Причем не в таких порциях, поверьте мне, очень выгодно. Филадельфия бомба. Я вам ссылку оставлю внизу. Можете перейти, заказать себе тоже. Я достаточно поздно начала снимать, поэтому освещение не вау. А все, знаете почему? Я пошла пошопиться. Хотела купить себе кучу разных топиков всяких. Там в ТикТоке снимать видео, разные образы. Все запланировала. Выхожу из дома. И тут по дороге я натыкаюсь на магазин с золотом. И как вы думаете, что сделала Айка? Айка решила зайти туда. Я подумала, покупать ничего не буду, просто чисто зайду, посмотрю модельки, посмотрю на цены. И как вы думаете, что я купила? Что я купила, вы увидите в моем влоге. Мне кажется, очень красиво. Вам не видно, я купила себе цепочку с пчелкой. Я там присмотрела такой классный браслет. Просто очень красивый, там 7 грамм. Я люблю, когда золото небольшое изделие, но оно весит много.
Вот это вот дутое золото мне вообще не нравится. Оно очень быстро ломается, портится. Мне кажется, вещь должна быть не только красивая, но еще и практичная, чтобы я годами носила и получала удовольствие. Лапша-бомба. Просто боюсь, что сейчас все это у меня развалится. Господи. Тут прям надо было отдельное видео снимать с лапшой. Оно очень вкусное, надо было вилку взять. Сейчас я пойду за вилкой. В общем, такие дела. Еще мне там приглянулся браслетик. На самом деле сейчас покупать золото очень невыгодно. Потому что из-за этого коронавируса и все дела, золото очень сильно подскочило в цене. Не знаю, насколько это правда или нет, но говорят, что цены упадут. Все будет стоить гораздо дешевле. Это просто временное явление. Но когда мне резко что-то хочется, я не могу себе отказать. Хотя этот месяц у меня очень расходный. Камеру купила за 700 манат. Как вкусно, ребят. Вообще, я решила, что во всем себе отказывать нельзя. Вот любишь роллы? Захотелось тебе роллы? Закажи. Живем мы один раз, и нужно жить себе в кайф. Во всем отказывая себе жить, это тоже не дело. Мы с мамой, кстати, хотели снять для вас видео, как готовить роллы. Но мы на самом деле так раскинули мозгами. Получается, что покупать даже дешевле, чем самим готовить. Они, например, все это закупают оптом, а мы в супермаркетах, в розницу. Поэтому легче просто не заморачиваться, взял, заказал себе какой-то крутой сет. Сиди, кушай. Это надо вилкой. Это очень вкусно, просто я боюсь, что все развалится. Я сегодня влог тоже снимала. И там очень тупо получается. Я такая иду и говорю, сейчас я иду за топиками в Нью-Йорке. И возвращаюсь такая. Я купила себе золотую цепочку. Топики отменяются. Как-то так, ребята. Просто очень тупо. Но, блин, я просто делала то, что мне говорит мое сердечко. Сердечко сказала, купи. Вот этот соус, он очень вкусный. Креветки у них идеальные, крупные. Посмотрите, какая панировка обалденная. Я до этого тоже вам оставляла ссылочку. В этот раз прям решила сделать обзор. Просто очень часто меня спрашивают, Айка, где ты заказываешь? Что, как, почем? Убедительная просьба.
все, кто будет писать Japan's Garden Sushi. Ребят, не забываем говорить про промокод. Люди пишут Japan's Garden Sushi, а потом отписываются мне, что Айка, там нету никаких скидок. Я говорю, а ты говорил промокод? Нет. Я же тут подписан на тебя, что непонятно? У них знаете, сколько клиентов, таких как мы с вами? Они не могут каждого проверять, он подписан на Айку Эмили или нет. Так что прежде чем просить скидку, скажите промокод. Обязательно это. Ой, я прям отсюда начинаю сметать. Идем в сторону. Однажды я пробовала креветки в России, в ресторане. И мне они настолько не понравились. Они как-то пахли очень странно. Может, какие-то они были не свежие. В общем, после этого я начала думать, что все. Креветки это не мое, я креветки не люблю. Очень часто бывает такое, что вы пробуете не там. Или, может, в супермаркете покупаете креветки плохого качества. Короче, вот такие вот дела. Сегодня с мамой еще хотим вечером сходить и снять видео закупка продуктов, потому что у нас все позаканчивалось. Все равно мы должны сгонять и купить это все. Я подумала, почему бы не заснять для вас видео. Тем более сейчас есть камера, можно снять на камеру влоговую. Будет и качество хорошее. И контент интересный. И давайте пройдемся по вопросам, поотвечая на вопросы на интересные, которые вы мне задаете в моем инстаграме. Так что обязательно подписывайтесь, ссылка на инстаграм будет внизу. Айка, ты делала пластические операции или какие-нибудь неестественные процедуры? Что касается пластических операций, я не делала. Что я делала? Я делала губы. Я носила брекеты, если это тоже можно отнести, не знаю, к неестественным каким-то вмешательствам. Я носила брекеты 3,5 года, хотя по моим зубам это вообще не скажешь. Мне кажется, у меня зубы как-то не очень. 3,5 года, представляете, я ходила с брекетами. Это было очень тяжело. Потому что зубы болели. Мне очень сильно стягивали резинки. Каждое утро я просыпалась от такого странного такого ощущения. Но представьте, намокшее железо как пахнет неприятно. Вот такой неприятный запах изо рта у меня был. И меня, честно, это очень смущало, мне это не нравилось. Но за 3 года я уже как-то к этому привыкла. Каких-то серьезных вмешательств у меня никогда не было. Слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, не то что пластическая операция. По состоянию здоровья тоже мне никогда операцию не делали. Иногда, конечно, проскальзывает какая-то мысль, например, сделать нос.
Я в Инстаграме вижу, например, идеальные носы и думаю, блин, я тоже хочу. С другой стороны, конечно, возможно, они тоже фотошопят. Раньше мне очень нравился мой нос. Вот такой вот он у меня. Мне размер все нравится. Мне не нравится, что он смотрит вниз. Я бы хотела, чтобы он смотрел вверх. Сейчас так модно. Я просто устала хайлайтером здесь ставить точку, как будто у меня, знаете, нос такой вверх смотрит. Вот. Суши-бургер. Я уже наедаюсь, ребята, но вкусно. У меня особо даже пирсингов не было. Так только мочки ушей и все. К татушкам я замечательно отношусь, но на себе я не хочу. И дело тут не в родителях, типа родители не разрешают и все такое. Просто я не вижу смысла в этом. Например, если брать тачку какую-то. Мне не нравится, когда, например, взяли Мерседес и какие-то такие переводные, знаете, рисунки делают на машине. Мне это не нравится. Наверное, сравнение какое-то не очень. Но все же, на чьей-то машине, возможно, мне это бы нравилось, но не на своей. Чисто случайно наткнулась на там интервью. Один мужчина переделал себя в кота. Все лицо в татуировках. И просто он делает вот как кота, да? Просто введите в ютубе «мужчина-кот». И он закончил жизнь самоубийством. То есть люди, которые вот конкретно перебарщивают с такими делами, у них не все дома. Знаете, есть грань между красиво и перебор. И вот нужно знать эту грань. Например, девушка на всю руку делает татуировку. Это красиво. Но когда парень берет и просто делает правую руку черной, это уже некрасиво. Если сравнивать женские тату и мужские, на мой взгляд, мужчинам больше идут татуировки. Ребяточки мои, я наелась. Реально, было очень вкусно. Обязательно заказывайте. Ссылка будет внизу. Переходите по промокоду Айка Эмили. Заказывайте себе этот весь сет. Всего за 34 маната. И бесплатная доставка. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я вас всех очень сильно люблю. С вами была Айка Эмили. Всем пока.